Акция протеста во Франции. Сотни сотрудников авиакомпании Air France вышли на улицу, чтобы поддержать своих коллег. 5 работников перевозчика обвиняют в нападении на руководителей компании. Все произошло в октябре в ходе митинга против планов по увольнению 3000 человек. Недовольные грядущими сокращениями, сотрудники обрушили свой гнев на 2 менеджеров, разорвав на них пиджаки и рубашки. И вот теперь дело дошло до суда.